Новикова. Ждешь меня еще? Саш, ну где ты? Ну ты еще час назад обещал. Мы голодные. Да, тут дела нарисовались. Ну, я еду уже. Ваня. Здорово, Иваныч. Здорово, как дела? Хорошо. Тебе наш подарочек? А что это? Змей Горыныч летающий. Спасибо. Ну, познакомься. Мой товарищ. Ванька, тебе встречу. О! Приезжай. Москве скучаешь? А у меня для тебя сюрприз. У нас гость, Саш. Один твой старый знакомый. Очень хороший человек. Ты будешь очень рад его видеть. Скоро буду. Давай, мы тебя ждем. Целую, еду. Приезжай. Работа. Осталось только поставить точку. Ну, вы свои дела решили. А Улю я увожу. Она остается. Подожди. Насчет семьи мы не договаривались. Семью тоже в расход. Я перезвоню. Thank you.
этого дня для всех нас началась другая жизнь. Мой брат так никогда и не увидел отца. Мать запрещала даже вспоминать о нем. Мы перестали говорить по-русски, меняли адреса, города, пока не убедились, что шлейф той истории не тянется за нами. Но все всегда возвращается. И по-настоящему спрятаться от нашего прошлого не удалось даже в самом большом мегаполисе мира. Собственно, тут и началась моя взрослая жизнь. Это Фил. Он всегда был рядом, и, наверное, это единственный человек здесь, на которого я могу положиться. Сын американского сенатора и простой русской переводчицы. Всю свою сознательную жизнь он прожил здесь, в Штатах. Мой лучший друг. Что еще? А, да. Очень любит женщин и хоккей. Сидни самый старший из нас. Я толком ничего о нем не знаю, но Фил говорит, что он хороший брокер, и у него есть идея, как нам всем быстро разбогатеть. Да нет проблем. Позвоню тебе позже, да? Окей. Так, парни, заканчивайте вы с собой любоваться. Эти 10 лет на бирже, видя каждый день, как делаются состояния, я верил, что однажды приду и возьму свое. Мы возьмем. Привет, Келли. Привет, ребят. Вообще-то, я думаю, что нет смысла обсуждать с вами детали операции. Вы ведь все равно пойдете в расход. Келли удивительная. Никогда бы не подумал, что она главный аналитик инвестиционного фонда на Уолл-стрит. С ее-то внешностью. Да, и она невеста Сидни. Так, теперь ясно, на все будет около 2 минут. Работать надо быстро, четко и, главное, очень чисто. Иван отвлекает, Фил, не перепутай машину. Слушай, Сид, я кое-что не понял. Не беси меня, что еще? Когда и как мы получим деньги? Смотри, тупая башка. Все очень просто. Подвинься. Представь. Одна крупная компания на бирже, например, Морган Стэнли. Слышал о такой? Да. Стэнли Морган. Слышал. Да. Так вот, Морган Стэнли заявляет о своей привилегированной скупке акций у миноритариев. Что потом происходит? Фонд занижает прибыль, чтобы направить ее на ремиссию акций. Сечешь? Но купят они эти акции у меня. А, теперь ясно. Понятно? Три недели я и Фил следили, как происходит механизм аферы, пока не вышли на парней в желтых галстуках. Каждую пятницу ровно в 9:05 черный Мерседес притормаживает у метро Чембер-стрит. В него быстро садится человек в желтом галстуке. Причем каждый раз информатор меняется. Мерс подвозит его ровно на одну станцию метро, где-то минуты 3 в пути. Потом желтый галстук выходит и совершает телефонный звонок.
Как только Insight попадает к своему брокеру на Уолл-стрит, конкуренты нервно курят в сторонке. Наша цель — подменить курьера и узнать, что же сообщают в машине. А дальше уже действуем мы с Келли. Сработаем чисто. Значит, отхватим за день 6 миллионов баксов. Рискнем? Кстати, Иван, у меня для тебя подарок ко дню рождения. Я думаю, увидимся вечером. Сид, ты-то не забыл про мой день рождения? Друг мой, я никогда ничего не забываю. Знаешь, на что девчонки смотрят в первую очередь? На что же? На статус. Вот. Отличные часы носи. Это же твои любимые, не могу поверить. С днем рождения. Да. И давайте выметайтесь уже. Ты посмотри. В качестве подарка Фил решил устроить крутую вечеринку и затянулся в бродвейский клуб Каста. Лучшего дня рождения у меня в жизни не было. Фил сделал фальшивое ID, где мне уже 21 год. Так что я мог, ну, почти легально пить за наши будущие успехи. Правда, мой лучший друг от обилия девчонок и алкоголя быстро потерял голову. Через полчаса стало ясно, что Фил напился, и завтра на него бесполезно рассчитывать. Посмотри на себя! Ты напился! Ты о чем вообще? Мужики, блин! У вас всегда что-нибудь не так! Надо было догадаться. Я не пьяный. Келли была готова его убить. Тогда я решил спасти друга и все наше дело. Собственно, Сиду ничего и не оставалось, как вручить желтый галстук мне и объяснить точно мои действия. Фил столько раз в жизни выручал меня, что по-другому я просто не мог поступить. Мы становились настоящей командой, так же когда-то было и у моего отца. А пока друзья веселились, я сидел и отчитывал в своей голове каждую минуту до наступления начала нашей операции. Но одного я предвидеть не мог. Скольки клуб открыт? Сейчас еще будет. У тебя прикольные часы. Да, Сидни был прав. Что, прости? Да мой друг думает, что женщины в первую очередь ведутся на дорогие часы. Кстати, это его подарок моему дню рождения. Сегодня? Как-то ты невесело празднуешь. Слушай, давай на чистоту. Ты просто хочешь время провести или на что-то больше рассчитываешь? Дебил! Так, счет, пожалуйста. Нет, подожди. Стой. Я не понимаю, слушай. Вечер просто какой-то сложный. Сначала друг напился, потом все переругались, а теперь ты... Правда, прости. И что теперь? Ну, часы у меня красивые. Сам я ничего, осталось найти кого-нибудь. Ну, удачи тогда. Не бы твои проблемы. О чем ты? Посмотри на того громилу в углу бара. Вот, который выпивает. Мне кажется, он хочет меня снять. Он что, типа, твой парень? Ты спятил? Нет. Посмотри на него. Уже несколько дней везде таскается за мной, как маньяк. Давай позову охрану. Нет, стой. У меня могут быть проблемы. Тогда делаем так. Ты оставайся здесь. Парня беру на себя. Никуда не уходи, я вернусь через 2 минуты. Будь осторожен. Смотрите на него. Поднимайся. Какие у него бицепсы. Как будто он крутой мастер спорта по гребле. Да, так, включайся, ты мне нужен. Есть внимание. Хорошо, видишь того громилу? Мне надо, чтобы ты отвлек его секунд на 10. 10 секунд? Да. Серьезно? Ты хоть на 10 минут, братан. Хорошо, только без мордобоя, в руках себя держи. Никаких драк. Никто не устоит перед самым мощным баром из Columbia Lions. Hey, dude. Привет,
чувак. Давай. Ты русский, что ли? Меня Филя зовут. Нет. Слушай, я съем одну твою сушу, нормально? Да, ну да, блин. Ну-ка положи. Что ты делаешь? Пусти, я сказал. Что ты трогаешь? Тихо, 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 тихо. Давай. Давай, садись в машину. Поехали. Извини. Да, Сид. Ты в баре? Не могу найти тебя. Нет, я уже не в клубе. А ты где? Домой еду. Почему Фил в полиции? Да не волнуйся за Фила, выберется. Что ты вдруг по-русски заговорил? Я с девушкой очень красивой. Слушай, завтра операция в 9, марш домой. Так все, хватит, я взрослый уже. Давай, в 9 увидимся. Sorry about that. Прости, друг звонил. А у нас, оказывается, гораздо больше общего, чем я думала. Ты русская? Спасибо, конечно, за красивую, но у меня имя есть. Лера. Ваня. Очень приятно. Слушай, расскажи мне про Москву. Я просто совсем маленький уехал. Помню только серость какую-то. Ну какая серость? Нет, ты что? Москва очень яркий город. Я его очень люблю. Но многие... Там не живут, многие сейчас уезжают за город. На Рублевку, например. Это вроде гетто, да? Для миллионеров. А. Ну, это типа Гринвич Виллидж или Купер Виллидж. Ты часто там бываешь? Бываю. У меня родственники там живут. Не думаю, они нормальные. Ты такой спокойный. Я бы на твоем месте очень волновался. Я контролирую ситуацию. Контролируешь? А тебе известно, что в понедельник комиссия в Сенате прикроет эту биржевую лотерею? Утром твой последний шанс. Провалишь операцию, как будешь расплачиваться? Если даже это дорого для тебя. Что значит дорого? Мы навели справки о тебе. Ты банкрот. Твоя респектабельность – сплошной миф. Мы засветили на счетах 40 миллионов. Риск огромный.
Ты хоть представляешь, кто дает все эти деньги? Думаешь, арабские шейхи? Меньше знаешь, крепче спишь. Этих людей напрягает, что придется убрать сына сенатора. Сделай все чисто. А если не справишься, придется нам заняться. Тобой. У меня будет другой исполнитель, более удобный. Ты должен закончить все за 24 часа. Куплю тебе. В счет будущей прибыли. Завтракаем вместе. Кофе очень хочется. А во сколько здесь кафешки открываются? 9. Фак! Снимай пиджак, снимай пиджак, снимай. Давай. Вань, ты куда? Такси! Пожалуйста, прости. Позвони по этому номеру. Хорошо, я все объясню потом. Пожалуйста. Слушай, ты придурок. Я не для этого 10 лет пахал на бирже, чтобы какой-то тинейджер с гормонами за один день мне все испортил. Ты хоть понимаешь, что теперь со мной будет? Я доверил тебе бизнес очень серьезных людей. За одну минуту ты разрушил все мои связи. Как можно было опоздать? Из-за девки своей новой. Послушай, мы можем все провернуть на следующей неделе. Замолчи, прекрати молоть свою подростковую чушь. Это не исправить ни сегодня, ни завтра. Ты должен был успеть сегодня. Послушай, больше ничего не будет. Это последний шанс. Ты только что подставил меня на 40 миллионов баксов. Эти деньги мне не собрать. Стой. Так это не твои деньги? Конечно. У меня нет ничего. Пентхаус, машина, все в кредит. Теперь на мне долг висит. Вали отсюда нахрен. Иди отсюда, пожалуйста. Слушай, ну мы же команда, да? Мы вместе в это ввязались. Значит, и выпутываться надо вместе. Согласен. What happened? Что случилось? Мам, я думал, ты уехала. Мам, John is speaking Russian again. Why did you hurt Alex? Зачем ты обидела Алекса? He wanted to do something. Он же хотел тебя порадовать. And why do you И почему speak ты опять Russian? Говоришь по-русски? Мам, потому что я русский. Стукач. Ну, хватит, Ваня. Okay, I'm sorry, прости, man. Братишка. It was really nice ты of действительно I хорошо this. Играешь. Thank you, а я был неправ. Мам, я устал. Прости. Из чего вы собираетесь выпутываться? Мам, все хорошо.
Я отвечаю за свои слова и поступки. Как же ты сейчас похож на своего отца? Мам, я люблю своего отца. И тебя я люблю. Просто хватит меня контролировать. Ты забываешь, в каких условиях мы живем. Ты не понимаешь, цена любой твоей ошибки – это семья. Мам, я тебя люблю, но я уже взрослый и сам буду решать свои дела. Не волнуйся, правда. Знаешь, что бесит? Мама в любом случае начнет говорить, что я весь в отца. У нас как только я что-то не так сделаю, я обязательно в отца. Странно. Я даже у тебя фотки его ни одной не видел. Ты его помнишь вообще? Ну, есть одна, мама в сейфе держит. Могу показать. Пойдем глянем. Ты бы мне хоть спасибо сказал за того дебила в баре. Лучше бы он меня избил. Да, дерьмовая история, конечно. Но девчонка хорошая. Она из Москвы, кстати. Наверное, улетела уже. Тут у меня этот дебил в баре по-русски материал. Слушай, так ведь тогда все бандосы выглядели. Ты рот закрой. Так все бизнесмены в то время одевались. Фил. Че? Звони Сидни. Сита, а где Келли? Она в ярости. Мы даже подрались. Кстати, я поменял квартиру. И вам, парни, советую быстрее исчезнуть. Слушай, подожди. Я могу найти тебе 40 миллионов. Нет, он опять бред несет. Послушай, среди бумаг, оставшихся от отца, я нашел то, что реально стоит кучу денег. Его убили 10 лет назад, но мать говорила, что он владел крупным бизнесом в России. И что это? Вот, посмотри. Это невероятно. По российским меркам он миллионер. Это наследство, которое принадлежит мне в России. Бумаги на моего отца, но мне уже 18. Все, что нам нужно сделать, это оформить документы и продать все это. Мы заработаем очень-очень большие деньги. Вот здесь 2 гектара земли на Рублевке. Это самая дорогая земля в Москве. Подожди, тут все документы на фамилию Белов. Все верно, мы сменили фамилию, это долгая история. Слушай, я ни за что в Россию не сунусь. Даже в отчаянном положении, как сейчас. И как ты сможешь снова стать Беловым? Смотри, все очень просто. У меня сохранилось свидетельство о рождении, и там моя настоящая фамилия. У Фила есть кореш в России, он выправит новый паспорт. Мы найдем адвокатов, пойми, такие активы идут сразу. Землю быстро нельзя продать. Ну посмотри дальше, там есть завод, конный клуб, стадион даже есть. Загляни в бумаги. Это все законно, поверь мне. Нам нужно только сделать визы, поехать и заработать наши миллионы. Говорят, Москва никогда не спит. Вот заодно и проверим. Похоже, выбор у нас невелик. Да. Но никакой самодеятельности и во всем слушаться меня. Особенно ты. Да и ты тоже. И Келли здесь оставаться опасно. В общем так, едем в Россию. Келли едет с нами. Но я сам буду заниматься документами. Окей, хорошо. Я перешлю тебе, Эмил, перешлю. Иди. Да не волнуйтесь, вы парни. Попрошу отца помочь с визами. Все будет классно. Увидимся. Окей. Я уверен, у нас все получится. Москва. Нервничаю. А чего мне нервничать?
Ну, девчонки, все вместе. Мистер Роберт! Дружище! Здорово, бандит! Как дела? Наконец. В общем, давай сюда. В общем, девочки тебя уже в отеле ждут. Спасибо, но мы на Рублёвку сначала. Кстати, что там насчет документов? Братан, ну ты дал мне 3 дня на документы. Ну это нереально сделать. Хотя, есть человек, зовут Песок. Телефончик я тебе и сиду дам. Подумайте там, как что. Кажется, раньше был бандит. Ну, теперь все легально. И посмотри, там все другие вопросы можно с ним решить. Разберешься. Че на Рублевку-то? Ну, Ваньке решил. Ну, а девчонки? Феррари. Очуметь. Ничего не помню. Так все изменилось. Вау. Red. Все красное. Перестань, стильно. Это для быков, но не для меня. Да, тебе всегда нравилось. Чтоб покровавее. Возьми, пожалуйста. Спасибо. У меня тут насчет бумаг и денег план возник. Да что? Придем в номер, расскажу. Прекрасно. Опять план у него. Ну что ты опять волнуешься? Здесь все очень и очень ужасно. И грязь везде. Вперед. Вау. Спасибо. Ты выбирал номер? А то. Он только наш, надеюсь? Конечно. Какая кровать. Смотри. Сэр, вы не могли бы нам помочь? Мы ищем мою знакомую. Здесь не проживает Беллари? Лера. Да, простите, Лера. Мы, видимо, ошиблись. Угу. Прошу прощения за беспокойство. Хорошего дня. Девушку, ее зовут Валерий, ей лет 20. Симпатичная такая, в Америке часто бывает. Мэм, мы не связаны там с полицией или с частным сыском, мы просто сюрприз хотели сделать. Так, валите отсюда, а то сейчас милицию вызову. Зачем вы так? Я же вежливо спрашиваю. Отойди-ка. Так, все. Не хотите по-хорошему, давайте по-плохому. Пойдем. Вы здесь построились незаконно, это во-первых. И мы с вами будем разговаривать только с адвокатами, вам ясно? I'm gonna go take a shower. У меня есть информация, что у вас мой паспорт. Меня зовут Иван Белов. Час уже ходим. Да осталось всего 2 дома. Какой смысл? Сейчас мы у них спросим. Здравствуйте. Здравствуйте. Помогите нам, пожалуйста, разобраться. Руки на капот. А ну иди сюда. Руки убрал. Что вы делаете? Ау. Ноги шире! Вань! Пошел! Отпустите! Пошел! Больно! Шевелись давай! Давай!
Да что происходит? Лезь давай. И тихо там. Все-таки решил насладиться красавицей шведа. Какой именно? Той, которая не доставит ему повода для волнения. Швед в настроении? Да, я надеюсь, ты не испортишь его. Надеюсь, ты тоже. Какое срочное дело могло вызвать тебя сюда? Швед, у меня тема важная. Человечек позвонил. Говорит из Америки. Говорит, что сын некоего Александра Белого. Но я пробил, этого Белого убили лет 10 назад на разборках. Я так понимаю, ты его знал хорошо. Дел. Глянь, что за человек. Если все реально, как он утверждает, вытряси все и ставь на нем крест. Возьми Геру с ребятами, если что, подсобят. Да я сам справлюсь, швед. Товарищ майор, задержано два гражданина Америки. Протокол составлен. Документы Лебедева и Робертса. Свободен. Послушайте, чтоб там ни говорили ваши люди, мы не сделали ничего плохого. Когда начинают бить ногами без разбора, я не думаю, что это сильно понравится американскому консулу. Это ты угрожал человеку. Вымогал деньги за то, что тот имеет дом. Грозился его отобрать. Мне наплевать. Из Уганды ты, Молдавии или Америки. Ты сопротивлялся полиции. Предлагал. Подкуп. А может, вообще засветился с наркотиками. Привет, Гуль. Ой, Лерочка, уже вернулись? Да. Ну как игра? Хорошо. Как обычно. Тут такое было. Какие-то придурки ломились в дома, искали вас. Даже милицию пришлось вызывать, чтобы этих наркоманов-то скрутили. Что за бред? А зачем они меня искали? Ой, да уже все обошлось. Их уже в отделение забрали. Только выяснилось... Бандиты непростые. А какие? А шпионы американские. Очень интересно, что же нужно было американским шпионам от меня? Разве бывают американцы с русским именем Иван? Какой Иван? Гуль, он такой молоденький, чуть выше меня, нет? Да волосатый какой-то, я толком даже и не видела. Их так быстро скрутили. Их в наше отделение отвезли?
Да, да, туда. Алло, майор Лук слушает. Кто это? Какой еще майор? Начальник Рублевского УВД. А где мой сын? А он с приятелем, она здесь. В отделении. В Москве? Приезжайте, забирайте. Записывайте. Поселок Барвиха, дом 20, второй этаж. Кабинет номер 17. Ну что, гражданин американец? Ваша мама волнуется. Будьте наготове. Как только закроются за ними люки, соблюдайте тишину. Да, Юла. Выйдите на телефон. Телепатически. Здравствуйте. Белов Иван Александрович? Да, Иван. Я Бессо. А, Бессо. Заходите, Бессо. Я вас ждал. Проходите. Может быть, что-нибудь выпить? Тебе уже 18. Ты сам не бережешь ты себя там в Америке. Ты сам понимаешь. Фастфуд, климат, секс. Америка. Рубашку задом наперед надел. Дурная примета. А я не верю приметы. Давай я посмотрю документ. Документ? Да, да, документ, сейчас. Минуточку. Сидней. Интересная история получается. Сейчас я тебе объясню. Ты выпить. Давай сядем, присядем, я тебе расскажу. Посмотри, документы все настоящие. Ты же не сын Белого, откуда у тебя эти документы? Понимаешь, мы приехали все вместе, но он не занимается этими делами. Я занимаюсь этими делами. Подумай, бумаги здесь, паспорт у тебя. В паспорте моя фотография. А вот и я. Выгодная сделка для тебя. Выгодная сделка. Ну, для посмотри. Меня. О. Здесь точно. Добавить надо. Добавить? Ну, если добавить, значит, как скажешь. Сейчас я. Барвихинского РОВД, майор Луков. Ну, майор, что у тебя там случилось? Игорь Ильич, вы извините, что я к вам не по чину, я, так сказать, по-соседски. Тут у меня в отделении находятся два американца, которые вынюхивали сведения насчет вашего дома и земли. Я изъял документы по поводу этой земли, которая принадлежит Александру Белову. Странную информацию ты выкопал, майор. Но, может, вы расспросите по вашему ведомству? Подержи их пока. Ладно. Я пришлю к тебе своего доверенного человека. Угу. Пусть их заберет. Так и сделаю. Не свети их задержание в отчетах. Быстро в Барвиху. Забери у майора двух человек и сразу ко мне.
Сделаю. Очень знаковый в истории нашей страны и в истории всемирного спорта, всемирного кеймана. Красавец, Харитон. Ой, отлично. Давно ждет. Александр Иванович. Ты звонил Ване? Что случилось? Это ты его позвал в Россию? Зачем? Мы же договорились. Тема наследства закрыта. Раз и навсегда. Ты же сам запрещал нам появляться. Дай трубку Ване. Я сам с ним переговорю. Он уже в России, он в Москве. Что он там делает? Точнее, в Барвихе, в отделении милиции. Он с ума сошел? Послушай меня. Часть документов Сашиных на землю. Мне кажется, она пропала. Я думаю, что Ваня их забрал. Идиот. Нашел, куда соваться. Он просто не понимает, что он делает. Я должна его остановить. Тебе не надо сюда выйти. Я вылечу ближайшим рейсом. Тебе в России делать нечего. Я сам все решу. Давай, все. Это Ваня? I don't speak Russian. I don't know. Это Белов. I don't know. Get off me. Тихо. I don't know. Get out. Это Ваня. Добрый день. Я могу поговорить с вами насчет задержания двух американцев. Это просто недоразумение. Валерия, какая неожиданность. Хотя логично. Конечно. Конечно, вы можете их забрать, они уже тихие и послушные. Сейчас. Сержант, пригласи наших гостей. Да иду я. Просто так могу забрать. Лера! Я летишь, ем. Успокойся. Валерий, вы можете не переживать, потому что все записи в журнале дежурств уже удалены. Вот вещи, вы можете их забрать. Кстати, послать с вами Рюмина? Да нет, спасибо. Все в порядке. У меня еще к вам одна просьба, Валерия. Пусть мне завтра Игорь Ильич перезвонит. Да, конечно. Спасибо. Красивое платье. А с землей мы еще разберемся, понял? Кому надо, тот и разберет. Блин, нафига мы сюда приехали? Я никогда не поверю, что это родина Фетисова. Бандиты и жулье одно. Слушай, Вань, а ты реально обещал там все дома посносить, всех людей повыселять на Рублевке? Так он же законный хозяин. Ну это ж надо быть такими придурками, ребят. День добрый. Начальник на месте? Я к тебе приехал. Зачем? Мыслей много о тебе. Будь осторожнее, мысли иногда материализуются. Слушай, давай как-нибудь посидим спокойно, поговорим без полиции, погонь. Ну так, для разнообразия. Для вас разнообразие, а по морде меня бьют. Кстати, если бы он тогда успел, вы бы вообще не встретились. Куда успел? Да там история была, в общем. Долго рассказывать. Если вкратце,
Я вляпался и приехал продать часть своего наследства. Послушай, майор, тебе сказали задержать американцев. Ну подожди, я понял, но приехала Лера, я проверил паспорта, у них все в порядке. Какая Лера? Это кто, я тебя спрашиваю? Тут должен быть американец. Слушай, ты говорил, что помнишь Москву серой. Ну, почти. Так ты же не видел город. Поехали на экскурсию? Да как-то неохота здесь задерживаться, честно говоря. Да поехали. Только нам нужно зайти за Сидней Келли. Окей. Но я серьезно, я вам покажу совсем другую Москву. Я знаю такие места, которых ни в одном путеводителе не найдешь. И вообще, после той прогулки по Нью-Йорку я просто обязана показать тебе настоящую Москву. А потом я посажу вас на самолет и отправлю в вашу безоблачную Америку. Окей. Только без глупостей. Все хорошо. Все хорошо. Please don't kill me. Подожди, стой. На секунду. Давай на обратном пути. Давай, давай, давай. Ух ты! А сколько их здесь? 86. Отлично. Спасибо, спасибо. Приходите. Пошли. Чай их закину и подниму. Do you think I need it? I take it. Иван. Иван. Вы не могли бы мне помочь? У меня друзья приехали из Америки. Поселились у вас. Да-да, вы знаете, но они уехали. Если хотите, я оставлю им записку. Сидни! Пошли отсюда. Ну, помогите, мне им обязательно нужно деньги передать. Американцы, что ли? Так они уже вернулись. Вернулись? Ну да, я их, по-моему, увидел. Они поднимались к себе в номер. Я прицелена, важен тебе? Да, важен. Какой у тебя цвет автомобиля? У меня есть красная, белая и серебристая.
Быстрее, быстрее! В лифт! Уходим, уходим! Если я виноват, то я и буду отвечать. Сам! Значит, тебе моя помощь не нужна? Нет! Да ты 10 минут не продержишься в этом городе! Друзья убиты! Полиция сожрет моментально! Или ребята покруче! Иди, попытай счастье! Заодно маму порадуешь! Вали! Я Фил. Забавно. Был уже один Фил. На семью Беловых. Можешь просто Иваныч. Хорошо. Надеюсь. Ну, Фил. Спрячу вас пока. В надежном месте. Thank you.
в порядке. Доигралась? Твои знакомые могут быть очень опасны. В отеле убиты двое американцев. Каких американцев? Так это могут быть Ванины друзья. Думаю, да. Но Ваня ни при чем, он был со мной. Молодец. Алиби обеспечила. Ты вообще знаешь, с кем ты общаешься? Послушай, пап, я знаю точно, что он не мог убить человека, понимаешь? Алиби? Да, я его алиби. Человека убить не мог. Сын криминального авторитета Саши Белого. Какого Саши Белого? Неважно. Он преступник, на счету которого не одно убийство. И имя его 10 лет назад было чуть ли не каждый день на слуху в моем агентстве. В итоге его выследили и взорвали вместе с семьей. Слышишь, вместе с семьей взорвали. А сейчас этот сын появился. Да и что? Только Ваня-то тут при чем, если его отец убивал людей? Он вообще приехал сюда из-за наследства. Из-за какого наследства? Земля на Рублевке. Пап, послушай. Я тебя очень редко о чем-то прошу, но сейчас, пожалуйста. Но теперь ты хочешь, чтобы я спас твоего Ванечку. Ладно. Он мне тоже нужен. Раз он не погиб 10 лет назад. Хочу задать ему пару вопросов про отца. Но ты должна мне обещать, больше к нему на пушечный выстрел не подойдешь. И никогда Папа! Больше. Капитан! Я на Лубянку, отвезешь мою дочь домой и будь с ней, пока я не вернусь. Михалыч, принимай гостей. Если буду спрашивать, предупредишь. Давайте, ребята, проходите. Здрасте. Ну, если что, свистнешь. Давай. Выпейте, ребята. Отпустит. Все-таки удивительно. Способность ваших семи Беловых. Искать приключения на собственную задницу. Насчет твоей девушки. Про КГБ слышали, да? Угу. Так вот, отец твоей Леры не самый последний человек в этой организации. И на твое гражданство ему наплевать. Поймите, пожалуйста, я должен с ней встретиться. Даже если бы была такая возможность, я бы не стал совать голову в петлю. Еще одно срочное сообщение о детском убийстве. Сегодня в номере отеля в центре... Посмотрите, там, по-моему, про нас говорят. Как нам сообщили в следственных органах, убитыми оказались прибывшие накануне в столицу гражданка США Келли Олсон и уроженец России Иван Белов. С ними прибыли граждане США Филипп Роберт, преступник Горлицкий. Ну вот, теперь на нас двойное убийство повесили. Иван Белов, они с ума сошли? У них труп Сидни, зачем его искать? У них паспорт на меня. И там моя фотография. Странно. Почему про меня ничего не говорят? Ведь я там оставил все свои документы. Давай, открывай! Только не убивай его сразу. Ваня? Лера? Ну, наконец-то. Да, это я. Ты в порядке? Да, со мной все в порядке. Ты где? Я не знаю, где мы точно. Плоткино. Плоткино какая-то деревня. В лесу глухом. Слушай, мне нужно тебе кое-что сказать, но не по телефону. Сюда нельзя. Я найду. У тебя папа КГБшник? Откуда ты знаешь? Неважно, сюда не суйся. Я приеду.
Я же просил не звонить никому. Дай телефончик сюда. Да. Валерия. Да. Я тут суши заказать хочу. Ты какие будешь? Мне не важно. Ну, может быть, там салатик, может, мисосупчик. С креветкой. С креветкой? Хороший выбор. Вы поймите, я должен знать дела своего отца. На нас охоту открыли. У меня друзья убиты. Я хочу понимать, что происходит. Мы с мамой все время от чего-то прятались и скрывались. Мне надоело, я устал бегать. Но помогите мне найти их, я должен отвечать за свои дела. На, иди отвечай. Фильмов насмотрелся. Мы же не в кино. Здесь могут убить просто так. За неправильное имя, неправильную фамилию. И никто с тобой не будет разговаривать о долге, порядочности, честности. Пошли спать. Здесь жди меня. Без денег не уеду. Лер, суши привезли. Ты 5000 разобьешь по косарю. У меня все есть. О. Подожди, пожалуйста, 10 минут, ладно? Лер, он подождет этот, ага. Есть новости? Сань. Кто это? 100 лет, 100 зим. Да. Умеешь ты удивлять. Про Ваньку слышал. Спасибо тебе большое. Ну ты вовремя появился. А ребят моих только ты навещаешь. Нет, давай об этом позже. Пора бы встретиться. Хорошо. Завтра. Хорошая идея. Так что с утра жди гостей. До утра, давай. Очки снимите, пожалуйста. Цель вашего визита к родственникам.
Здорово. Здорово, Серега. Все такое же? Привет. Рад тебя видеть. Все, тренируешься? Приходится. Сам приехать не может. Шум большой идет. Надо тебе самому вопрос решать. Понятное дело. Справишься. Конечно. Спасибо, Серега. Спасибо. Держи. Ну, до встречи. Покойнику привет. Давай. Парнишку этого с американкой чисто убрали. Но потом каскадер появился. Ребят наших завалил. Ты про кого? Про Иваныча. Который гонщик. Ну, который в кино снимается. Ну, ты довольна своей новой лошадкой? Лучше, чем была. Главное, что она такая одна. Здравствуйте. Здравствуйте. А Александр Иванович дома? Да. Проходите. Спасибо вам. А вы кто? Это я. Тут черный джип Ламборджини. Один человек. Что с ним делать? День добрый. Опережаешь мысли. Хотели тебя уже разыскивать. Новости надо слушать. Уже разыскивают. Только вот с чьей подачи? Присаживайся, рассказывай, зачем людей наших убил. Тебе-то что надо от сына Белого? За наследством этим кровавым не гоняюсь. А ваша братва... В отеле не тех завалило. Как я понимаю, Беловых вы не в первый раз пытаетесь убрать. Только под счастливой звездой они родились. Ближе к теме, Иваныч. А что касается ваших ребят, то борьба за жизнь была. Их добил кто-то. Ванька живой? И в надежном месте. Найди Бесо. Это твой второй? А где он? В Америке? Или тоже сбежал от тебя? Где документы, которые тебе нужны? Это все, что у нас есть. Забирай, только оставь нас в покое. А эти документы ничего не значат. Они все оформлены на Белова. Я перепишу их на тебя, на любого, на кого ты скажешь. Ты за дураков нас держишь. Твоему Ваньке исполнилось 18. Так что он уже вступил в право наследства. Он не нужен. Ну хорошо, если так, я подпишу все задним числом. Какие проблемы? Ты забыла, в какие игры снова ввязываешься? Один мой знакомый сказал, океаны не смоют прошлое. Здесь уже другие законы. Mm.
Надо же, приехала спасти одного. А теперь и другого можешь оставить сиротой. Ну. Мразь. Да. И что за шула они лежат? Я не помню ничего. Он застрелил их? Ты его видишь? Смотри. Ты как меня нашла? Я же сказал не приезжать. Я волновалась. Со связями ее отца любого можно найти. Со связями твоего тоже. Я знаю про ваших друзей. Мне очень жаль. Их из-за меня убили. Мы живы только благодаря Иванычу. Здесь нельзя больше оставаться. Опасно, вы понимаете? Так надо звонить в ЦРУ, значит. Ехать в посольство. Моему отцу на крайний случай. Угу. И зеленые береты прилетят, и всех спасут. Да вы здесь мертвыми всем нужны. Даже моему отцу. Вань, ты здесь ни при чем. Это семья Белова. Не стоит про отца. Я знаю, что наши отцы были заклятыми врагами. Шекспир. Да, мам. Моя мать убесо. Подожди, она в России? Я должен ехать. Дожди звонка Ивановича и все ему расскажи. Как я с тобой? Нет, он сказал, что я должен быть один. Блин. А что я? Звони отцу, но позже. А ведь ты тогда зря Беловым помогал. Подумал бы о себе. Время сложное, нравы дикие, жизнь ничего не стоит человеческая. Не будем ворошить прошлое. У нас есть свежие проблемы. Ну, расклад какой? На тебе официально 2 трупа. Ну, не усложняй себе жизнь. Отдай нам пацана. Тебе-то здесь жить. Подумай. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Фил Робертс, я сын американского сенатора Майкла Робертса. Я хочу сделать важное заявление. Будет много стран, которые побеждают коррупцию. Яркий пример успешной борьбы продемонстрировали Норвегия, товарищ генерал, Италия, ваш адъютант говорит, США, что это Сингапур. Очень срочно. Творец сингапурского чуда, товарищ Ли Куан Ю, который сумел искоренить коррупцию... Я отойду ненадолго, надо решить кое-что. ...успехов в экономике, выделяет 3 главных принципа для решения проблемы коррупции. Чистая центральная власть, неотвратимость наказания, хорошее вознаграждение и стимулирование частной работы госслужащих. Иваныч! Фил? Да. Дай Ваньку. Он уехал. Как уехал? Он поехал к бесу в Лужники, и тот захватил его маму в заложник. Если он перепишет наследство на него, то он всех отпустит. Идиот. Иваныч, пожалуйста, я должен ему помочь. Они там через час встречаются. Ваня в опасности. Мне нужно тоже туда поехать, Иваныч. Иваныч! Оставайся на месте. Я не могу остаться, Иваныч. Я сам все решу. Он же там один! Что еще? Ванька сейчас будет переписывать наследство. Не на вас. На бесо. Крысёная. Я же тебе говорил, что этот сучонок слишком самостоятельным стал.
Собирайте людей. Поехали. Знакомая машина. Машина Белого. Какого Белого? Ее же взорвали 10 лет назад. Я не знаю, что там взорвали, но это машина Белого. И я с ним сегодня виделся. Так значит, и Белый жив. Его условия. Он готов с вами встретиться. Но я забираю Ивана и Ольгу. Сергеич. Да. Займись Белым. Мы поехали. Наконец-то можем поговорить так, никуда не торопясь. Где моя мать? Где доказательства, что она у тебя? Я ничего не подпишу, пока ее не увижу. Хочешь ее увидеть? Смотри. Красивый город. На крышу смотри. Видишь, как высоко? Тебе нужно самому решить, как она спустится. Подпишешь документы, спустится на лифте. Нет? Тогда полетит. Своим ходом. Где мой сын? Я должна увидеть сына. Без разговоров. Смотри. Я же все подписал. А теперь беги. К маме своей беги.
без честной центральной власти проблему коррупции не решить. И пока во главе страны стоит ориентированная на личное обогащение клептократия, решить проблему не удастся. Физкульт, привет! Серьезные дела решаются переговорами. Он подписал все документы. Теперь наследство Белого принадлежит мне. А ты бесо молодец. Я в свое время семью Белого не добил. Ты мне помогаешь. Только бумагами этими можешь подтереться, они ничего не значат. Белый жив. Пробейте номер моей дочери и полный скан мобильной связи от источника. Сделаем. Предупредите ГУВД, чтобы не вмешивались. Я лично получу все разрешения. И никакой прессы, ясно? Да. Здесь останешься. Понял. От тебя больше вреда, чем пользы. Забронговали сигнал мобильника вашей дочери где-то под южной трибуной. Быстро поехали. Это откуда такая информация? Пойдем. Вот. Он видел Белого час назад. И на машине Беловской подъехал. Чем черт не шутит? Ай, Иваныч. Молодец, какую подставу мне устроил. Да только не боюсь я Белого. У меня, если что, страховка есть. Ну-ну, я тебя предупредил. И бонус к страховке.
Паша Анандина! Спасибо вам. И до свидания. Хотя нет. Прощайте. Иван, задержись. Здесь один человек хочет тебя увидеть. Мам, иди я быстро, ладно? Только не волнуйтесь, все хорошо. Правда. Вы мне что-то сказать хотели? Надеюсь, ты понимаешь, почему я тебя отпускаю? Отец Фила всех на уши поднял. Да что нам какие-то сенаторы? Тем более американские. Будешь? Суши будешь? Спасибо. Я суши не люблю. На память. Что это? Как что? Шайба с автографом Фетисова. Фетисова? Да. Раритет. Ты сейчас отсюда улетишь. И больше никогда сюда не вернешься. Дорога в Россию тебе заказана. Я об этом позабочусь. И главное. Я готов забыть про наследство Белого. Но Валерию ты больше никогда не увидишь. Поверь мне, я сделаю все, чтобы так было. Тебе ясно? Да вы поймите… Замолчи. Забудь мою дочь. Найди себе американку. Или вон на Филе своем женись. Мне плевать. Но Лера не для тебя.
Все, разговор окончен. От тебя ничего не зависит. Да вот еще что. Это твое. А теперь иди. И сколько у тебя этих раритетов? 86 штук. Каждая по 100 баксов. Ага. Дом по 200 в паре. Серьезный бизнес. Я знаю. Только тут фетисов через и написано. Фи-ти-сов. Это местные умели сделать эти сувениры. И доверчивым иностранцам втюхивает, пока они тут суши жрут. Блин. Ну что ты, ладно, не расстраивайся. Вот, держи. Я, блин, хотел. Из России, с любовью. Будешь за нашу хоккейную сборную болеть. Джуди. Джуди, это Ольга. Как Алекс? Хорошо. Не буди его. Мы приедем раньше, чем он проснется. Пока. Нью-Йорк, посадка окончена. Быстрее. Да вот, пожалуйста. Спасибо. Эй, пацаны. Иваныч. Задержаться не хотите? Самолет, Иваныч. Пошли, нас ждут. Пошли, пошли. Задержится немного. Ты только не волнуйся, все нормально. Он со мной. Ему пора встретиться с отцом. Хватит. Ребята пошли, нас ждут. Поехали. Джуди, это я. Pick up, Алекс. Собери вещи, Алекс. Мы возвращаемся в Россию.
все, что отцы.